Когда человек работает на компьютере, вносимые им данные находятся в определенном соответствии с тем, как он воспринимает информацию, с движением его рук, глаз и головы. Все это запоминается при помощи специальных электроэнцефалогических наушников. Исследователи университета штата Алабама в Бирмингеме провели эксперимент, в рамках которого 12 пользователей вводили случайно генерируемые пароли в текстовое поле. У всех на голове были электроэнцефалогические наушники. После ввода 200 символов уже можно было спрогнозировать выбор символов, которые будут введены следующими на основе анализа функционирования мозговых волн. При помощи такого алгоритма вероятность угадать четырехзначный числовой пин-код увеличилась от одного шанса на 10 тысяч попыток к одному из 20, а вероятность угадать шестибуквенный пароль от одного шанса на 500 тысяч попыток до примерно одного на 500.